Здравствуйте, меня зовут Аня. Я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам Академии лидеров. Моя дочка Катя ходит на занятия в сентябре. Большое вам спасибо за то, что ей стало интересно и легче учиться. Катя всегда хорошо училась, только раньше были какие-то сложности, была зубрежка в подготовке к урокам. А сейчас я вижу, насколько ей проще и легче учиться. Вернее так, я не вижу этого, я совсем этого не вижу. Я просто знаю, что у Катюши все хорошо в учебе, и вижу по оценкам, и вижу по ее душевному состоянию. А еще Кате 13 лет. Это как раз о душевном состоянии. Согласитесь, подростку очень сложно найти себя. Это очень интересный возраст, но сложный, как я уже сказала. В Академии лидеров помогают ребятам определиться со своими целями, найти эти цели, найти свой стиль, научиться себя показывать. В общем, я очень довольна, что моя дочка посещает занятия для подростков Академии лидеров. Мой сын Слава посещал занятия по скорочтению, и я тоже выражаю огромную благодарность персонально Ольге Валерьевне. Теперь ребенок гораздо быстрее готовится к урокам, он может быть даже совсем к ним не готовится иногда, а просто просматривает учебники на переменах. Не всегда это может быть хорошо, но уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации скорочтение его точно научило. Большое спасибо Академии лидеров. Я желаю вам дальнейших успехов и процветания. До свидания.